На улице Обжалилова работы не останавливаются даже ночью. Асфальт выкладывают сразу две бригады рабочих. Задействовано 6 единиц техники. В принципе, у нас осталось буквально несколько дней, чтобы завершить работы. И, слава богу, нам в этом году помогает и природа. То, что хорошая погода. Бабье лето продлилось. Слава богу, да. Круглосуточно ямочный ремонт идет еще на 8 улицах Казани. На данный момент в городе отремонтировано почти 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна. План выполнен на 70%. К слову, в этом году на ямочный ремонт выделено 3 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем в прошлом. На эти деньги летом перед чемпионатом мира по водным видам спорта удалось отремонтировать рекордное количество улиц и дворов. Конечно, сегодня не все проблемы решены в городе Казани, безусловно. Есть еще проблемы и во дворах, но благодаря президенту эта программа реализуется и дворы. Сегодня мы говорим о том, что 220 дворов в этом году было капитально отремонтировано. Это не решение сегодняшних всех проблем, но, слава богу, каждый год мы двигаемся вперед. В этом году, кроме центральных улиц, в порядок привели и окраины города. Это те дороги, по которым поступало наибольшее количество жалоб от населения. В том числе и через систему «Народный контроль». Так, новый асфальт постелили на двух аварийных улицах города – Адели Кутуя и Беломорской. Айгуль Низамутдинова, телеканал «Эфир».